находимся в поселке Мирный, это недалеко от Евпатории, место уникальное. Сзади нас, за этими домами, озеро Донузла. То есть мы с вами фактически находимся на косе. И, безусловно, любая добыча песка, любая техногенная нагрузка на это место, это проблема экологическая, и в том числе и проблема для всех отдыхающих, которые приедут сюда летом, не только сами крымчане, но и гости Крыма. Особенно здесь очень много отдыхает людей с детьми. Донузла – самое глубокое озеро в Крыму и крупнейший Черноморского района. Здесь соединяются соленые и пресные воды, что дает жизнь как морской барабульке, так и пресноводному толстолобику. Сюда же приходит на нерест краснокнижный краб. Из-за особенностей побережья, многочисленных уединенных и мелких бухт, Донузла считается одним из лучших мест для отдыха с детьми. К нам приезжают из-за рубежа и говорят, в Европе нет таких красивых мест. Уникальность этого места состоит в том, что вот эта коса шириной 300 метров состоит из того же песка. И вы понимаете, бесконтрольная добыча в конце концов приведет к тому, что это будет вымываться, и оно вымывается. У нас детская площадка сократилась примерно на 2 метра уже вот за этот полтора года добычи песка вот в урезах прямо в шаговой доступности от домов. И мы в конце концов разрушим это уникальное место. Что мы оставим нашим детям, что мы оставим потомкам? Что такое открытие карьера вот прямо в шаговой доступности от поселка Мирного? То есть в течение лета, утром, вечером, ночью мы слышали работу земснаряда. Что такое земснаряд? Это огромная масса, сотрясает днище. Да, мы слышали, это слышно очень хорошо. Появляется взвесь, которая окутывает икринки, и они пропадают. То есть идет просто убийство биологического населения вот этой части озера Донузлав. Добыча песка в акватории озера ведется уже давно. Это уже третья экспедиция зеленого патруля на Донузлав. И эксперты отмечают, что несмотря на петиции местного населения, требования экологов, здесь ровным счетом ничего не изменилось. Те же варварские способы закачки песка. Первый слой поднимается, песка, то есть открывается сероводород, он поднимается наверх, то есть он начинает забивать кислород, и все позвоночные и непозвоночные в заливе начинают гибнуть. То есть вы представляете, на берегу лежало порядка 2-3 тонн ракушки мертвой. Это было просто шокирующе. Когда приехала наука, они когда это все увидели, то есть для них это было просто-напросто нонсенс. То есть такого, говорит, мы не видели никогда. Предприятия по разведению аквакультуры дважды заказывали исследование качества воды. Результаты неутешительны. Превышение сероводорода в сотни раз. При этом Донузлав идеально подходит для развития абсолютно чистого экологического бизнеса. Разведение мидий и устриц. Но добытчики песка ради наживы готовы закрыть глаза даже на детей. Но я вам говорю, ребята, вы, ну, зачем вот это вот так усложнять себе жизнь, да, вот куча труб каких-то. Вот пляж, да, там дети. Ну, вы прям на пляж заедьте, да, вот, ну, зачем так усложнять себе жизнь. Заедьте на пляж, пригоните КамАЗ, бульдозер, да, подвиньте детей, если они вам мешают, и прям с пляжа загружайте песок в эти КамАЗы. Ну, так же проще и выгоднее. Руководство Республики Крым на жалобы жителей даже не реагирует. Наши эксперты уверены, в любой момент ситуация может обернуться экологической катастрофой. Зеленый патруль требует от главы Росприроднадзора взять ситуацию по Крыму под личный контроль. Экспедиция продолжается.